На Клязьминской улице произошло убийство. Поздно ночью на лестничной площадке 14 этажа дома номер 5 были застрелены Эдуард Деркач и Борис Тарасов. Около 2 часов мужчины вышли из квартиры. По словам родственников, они хотели заправить машину. Видимо, преступники поджидали их, спрятавшись на лестнице. Как только мужчины подошли к лифту, киллеры открыли по ним огонь из пистолетов. От полученных ранений в голову и в грудь Деркач и Тарасов скончались. Киллеры убежали, оставив на месте преступления пистолет Макарова и мелкокалиберный пистолет иностранного производства с глушителями. Как выяснилось, Деркач и Тарасов находились под следствием. 3 года назад в их машине была обнаружена боевая граната. В последнее время мужчины работали на одном из таможенных постов Северо-Восточного округа. Не исключено, что убийство связано с их профессиональной деятельностью.